Это дерби. Матч, считаю, получился. Потому что не знаю, как там со стороны насмотрелось, но было много борьбы, много желания. Две команды хотели играть в футбол. Видите, сколько было единоборств, мелких стычек, там, столкновений. Скажу, что мне в целом команду не в чем упрекнуть. Мы старались, пытались играть первым номером, создавали моменты. Реализация подвела, и гол, можно сказать, что получили тогда, когда его не ждали. Можно сказать, что мне трудно здесь найти объяснение, кроме как какой-то, наверное, рок преследует нас. Проигрываем минимальным счетом и получаем такие обидные голы. Вам не кажется, что Шериф пошел по вашему пути, стал более прагматичным и больше внимания уделяет обороне? Насчет Шерифа не могу сказать. Мне просто понимаю, что они просто, наверное, не готовы сейчас, наверное, играть по-другому, потому что это не сейчас они так начали играть. Вот. Но, знаете, не хочется действия соперника комментировать, потому что мы с уважением относимся к нашему оппоненту. Ваша команда обычно активно рассчитывает на стандартное положение. Сегодня оба высокорослых нападающих остались в запасе. Это наш выбор. Потому что и здесь нас лимит ограничивает. И наличие, так скажем, сегодня игроков, мы исходили из их состояния. Наличие игроков на поле. Будет ли в ближайшем будущем Зивр показывать более атакующий футбол на своем поле, более открытый? А сейчас закрытый был, по-вашему? В достаточной степени, особенно первый тайм. Не знаю, мне трудно комментировать. Если вы покажете мне, кто с Шерифом играет более открытый футбол, я задумаюсь и подумаю. Но дело в том, что любая команда исходит из своих возможностей. И для того, чтобы Шерифом, так скажем, матч играть 90 минут и постараться выиграть, надо в первую очередь, так скажем, только бразильцев не упустить их из виду. И если ты начнешь раскрываться, то, естественно, получишь контратаку. Поэтому мы старались соблюдать баланс. Но я не считаю, что мы стали играть более открыто во втором тайме. Нас просто вынудила ситуация происходящая, потому что нам нужно было отыгрываться. Но считаю, что первый тайм мы играли открыто, и были у нас моменты. Просто мы соблюдали баланс, понимая, что соперник очень опасен, очень быстрые и техничные футболисты. Удастся ли вашей команде сохранить психологическую устойчивость? Все-таки несколько неудач подряд, неудачная серия идет. Да, это неприятно, но, понимаете, я все-таки эмоциям сейчас не поддаюсь, потому что, считаю, что команда сейчас в нормальном состоянии, физически готова. Да, это психологический удар, но я его переживу, надеюсь, футболисты тоже перенесут, потому что мы выходим из кризиса. Команда все для этого делает, и я не вижу оснований паниковать, потому что это не союзник в такой ситуации. Какие ожидания на матч с следующим Казарёй? Скажу, что у нас сейчас три подряд матча с командами, которые, так скажем, заведомо аутсайдеры. Вот здесь очень важно, чтобы команда двигалась вперед именно в плане командной игры. А на соперника не надо смотреть, надо брать очки. Ситуация сейчас располагает к этому. Как будет, я не могу говорить и тут зарекаться, что это легкие соперники. Для нас сейчас легких нет, для нас сейчас важно набирать очки. Ждем следующего матча, в котором постараемся набрать нужные нам очки. Спасибо.